Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир Лига мастеров 3 звезды. Так, сюрикены, мотогеноид, золотые осколки и 75 платиновых. Но я тебе скажу, что с бустом я задержался на 2 часа, потому что на моих часах ровно 5 часов. Да. Ну, друзья мои, с работы уставшие все, наверное, понимают. Пока отдохнул, потом еле встал. Короче, задержались. Давай посмотрим, как на эту задержку повлияет наш буст. Сможем ли мы сегодня попасть в Лигу мастеров с одной заходки. Так, ну что, на этой неделе, друзья мои, разыгрывается у нас Тимати, как ты видишь. Ну, такой себе персонаж на самом деле. Если брать как именно бойца, да, который наносит урон, он ни о чем. Как провокатор я не могу сказать на 100% хорош он или плох, потому что он у меня не прокачан по полной программе. Но что-то мне подсказывает, что даже Рокзар, наверное, будет лучше, чем Тимати. Но это сугубо мое мнение, ребят, не знаю. Возможно, я ошибаюсь. Так, а на испытаниях у нас будет городская война, свет в темноте, живи долго и играючи. А в пятницу будет эксперт на учителя Сплинтера. Ну и платиновые, естественно, черепашки. Ну что, наверное, сразу тогда пойдем. Не будем терять драгоценное время. Попробуем сегодня бустануться. Как сможем, как говорится, да? Поехали, раз, два, три, четыре. 4, их всего 3. И до сих пор, друзья, по-прежнему не могу зайти в драконы всадники Олуха, в юрский мир. Я не знаю, что с этим делать. Просто обрыв связи. Типа, проверьте свое интернет-соединение. Хотя на самом деле там все у нас нормально. И VPN тоже не помогает. Так что, ребят, не знаю. Ну что, воин 2 звезды, 71 позиции. Так, давай попробуем найти 11-12. Вот, такой сразу нашли. И, как видишь, уровень пока 19 идет у наших противников. Ну, это всегда так. Первые там 10 боев они будут очень-очень быстрыми и шустрыми. Так, Бакстер Стокман. Опа, минус. Так, давай, Донни, жги. Замечательно. Все идет великолепно, ребят. Не знаю, мне вот интересно, мы сможем попасть сегодня в Лигу мастеров? Несмотря на то, что 2 часа задержки было. Или же нет? Конечно же, мне хотелось бы попасть. Так, ну что? Воин 3 звезды у нас. Лига 11, вот, 12-13. Они даже сами мне уже дали. Так, уровень потихоньку растет у наших противников. То есть уже 24-23. 4 персонажа, как ты видишь, уже в нашей команде. Так. Давай, Пит. Молодец. Ну-ка, маузеры. Бамс. Замечательно. Ну что же, тогда двигаемся дальше. Двигаемся и попадаем на... Правильно, ребят, на элиту. 69-я позиция. Так, было 12-13. Давай попробуем 12-14. Я уже сразу нашел. Ага, выбираем. У нас все бойцы золото имеют, да? То есть 4 золотые звезды. А у него еще в серебре там копошатся. Так. Сразу с удара вынесли. Здесь тоже самое, Кирби упал. Ну давай попробуем накатиком. Все. Все легко и просто. Но опять же это благодаря тому, что у них очень низкий уровень. Так, сейчас посмотрим, куда мы перейдем. В элиту 2 звезды уже сиганули. 91-я позиция. Но здесь вот, скорее всего, уже будет некий ступор. Вряд ли мы, конечно, сможем перейти. Так, у нас после... Мы сейчас где находимся? В элите, да? После элиты, по идее, у нас идет что? Самураи? Конечно же. Так, орлы уже стоят здесь, ждут. Сделаем дебаф для начала. Так, Хан Малорик. Вот жалко, у Кейси нету массовой атаки.
Она бы здесь очень сильно пригодилась бы. Ну-ка, Крэнк, получится у тебя? Ну, почти, почти у него получилось сразу всех уничтожить. Осталось там немножко здоровья, но это не беда. Как бы справились мы. Так, ну что, смотрим сейчас, куда мы перейдем или нет. Мне кажется, вряд ли. Ох ты, перешли. Так, 87-я позиция. Значит, все-таки, возможно, мы сможем перейти. Так, в лигу этих самураев. Так, 13-16. Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять бойцов уже, как говорится, в команде. Команда укомплектована по полной программе, поэтому у нас очков идет довольно приличное количество и кубков. И начнем, опять же, по возможности с массовых атак, ребят. Так, Леонардо жжет. Блин, а у меня тут массовых атак очень мало. Надо было майки вообще-то. Во, давай белочками. Классно. Классно мы их пробили. Ну что же, сейчас, возможно, мы перейдем все-таки в Лигу Самураев. Смотрим. Да. Да, друзья мои, сотое место. Ровно сотое место. Поехали. Так, 14-17. Даже так. Уровень у противников уже 40-й, даже где-то за 40 идет. То есть быстро мы как-то с тобой прокачиваемся на самом деле. И быстро мы с тобой бустимся. Но я знаю, что на Лиге Самураев обычно у нас вот становится некий ступор. Очень такое медленное продвижение начинается именно после того, как переходишь в эту лигу. Ага, Рафаэльчик, значит, остался, и Бакстер. Ну-ка, все, ребят. Так же легко и безмятежно мы здесь разобрались. Поэтому продвигаемся дальше и посмотрим сейчас. Была ровная сотая ступенька, ребят. Давай посмотрим, сколько мы сиганем здесь. Ага. 70, там получается, сколько у нас? Ну да. 74 ступеньки сразу пролетели. Так, давай-ка мы найдем 14-17, потому что оно здесь было. 13-16 это уже прошлый. Вот, 14-17. Окей. Так, уровень до сих пор еще 40-й у них. То есть они не повышаются почему-то. Ну, нам это только на руку. Давай, Рафаэль. Отлично. Так, бросим туда бомбочку еще. Что-то бомбочка. Во, вот что нам нужно. Вот это я понимаю, да? Надо будет Леонарду видение вот этот вот удар обязательно прокачать по полной программе. Мне кажется, у него очень хороший потенциал. Ну что, самураи 2 звезды, отлично. 63-я позиция. Ага. Так, 14-17, а может быть уже пора 14-18 давать, не? Вот. Выдали. У противника уже уровень 44-46. Они уже практически с нами сравнялись. Друзья мои, 10 уровней разница, чуть даже меньше. Поэтому расслабляться тут уже, как ты понимаешь, не стоит. Уже игра идет по-крупному, по-серьезному. Так, у них хил есть, ты меня что-то не заметил. У них хил есть, это Рафаэль. Поэтому его нужно в первую очередь убрать отсюда, чтобы не было возможности им хильнуться. Так, Мондагека ускоряет вражескую команду. Давай-ка, наверное, мы вот так вот сделаем. И гидрант. Есть. Вначале мы ослабили противника, а потом, естественно, его и добили. Ну что, посмотрим, перейдем мы или нет. Не хватило, друзья. Не хватило, совсем малька. Ну что же, давай искать 14-18. Вот у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять. Нифига себе, у нас тут все. Большинство Леонардов. Ой, Леонардов. Большинство черепашек фильм. Да? И один из космоса тут. Ну что же, с массовой атаки начнем, естественно. Давай, кормежку Криса Брэдфорда. Тыщ, разбросали. Кирби надо сразу убирать отсюда. Нечего тут хилам делать.
Ну, понятное дело, Микеланджело усиливает свою команду как только может. Ну, а мы попробуем сейчас массовой атакой рубануть. Очень слабо рубит, конечно, Лео. Очень слабо, ребят. Смотри, смотри, массовая атака пошла. Ух. Давай-ка сдачу. Блин, там, правда, контратака стоит у кого? Уже не важно. Уже не важно, потому что Рафаэль все-таки справился, да? Бросив холодильник, он всех подбил. Отлично. Ну, теперь-то понятное дело, мы переходим с тобой в Лигу Самураев 3 звезды. А позиция у нас 51-я. 14-18. Вот. 15-19. Как мы видим, противник уже имеет 50-й уровень. То есть тут уже надо серьезно подходить к этому делу. И я уже беру 70-ник одного. Потому что на равных, ну, нет смысла, ребят, драться. Ну что ж, Архан, давай, поехали. Дебаф начнем делать. Окей. Такс, теперь Алапекс. Кто-то, кстати, спрашивал меня из подписчиков: Рэй, почему ты эту лису называешь Алапекс? Ну, потому что ее так звать, да, ребят. Эту лисичку так и звать — Алапекс. Так же, как и тигра. Тигриный коготь, ну, я его называю просто Шарханом. Так, ну что, перейдем? Да, ребят, Лига Сёгунов, одна звездочка у нас уже получена. 15-19 уже дают на основе, да? Ладно, хорошо, я соглашусь с ними. Раз, два, три, четыре. И надо взять кого-то покрупнее, пожирнее. Пускай это будет... Пускай это будет у нас Макмен со своим мусорным ураганом. Поехали. Ну-ка, хватит вот ураганчика. Да, да, ребята. Только вот Донателло. Ну, Донателло, понятно, выживает. Везде своей вот этой вот врожденной, как тебе сказать, защитой, наверное, да? Он сам по себе очень, ребят, такой твердый, твердая черепашка. Не пробить ее так легко. Ну что, 49-е место. То есть, если мы сейчас выиграем, то должны, по идее, перейти в Лигу Сёгунов 2 звезды. Я просто ищу, может быть, нам дадут все-таки 15-20. Пока не хотят. Вот. Раз, два, три, четыре. И пойдет у нас туда. Пойдет у нас туда Усаги. Одного Усаги, в принципе, здесь будет, наверное, достаточно. Со своей вертушкой, чтобы он здесь всех их уложил. Давай проверим. Ну, 55 уровень, конечно, он должен порубать их. Так, Рокстеди почему-то остался. Хотя на нем был постепенный урон, но он все равно успел, умудрился выжить. Хм, ладно. Итак, Лига Сёгунов, 2 звезды, 98-я позиция. Они опять мне дают 15-20. А может быть... Нет, наверное, не дадут. Я хотел просто 15-21, или там уже 16-21 должно идти. Раз, два, три... 4. Давай, наверное, возьму Ванька здесь. Ванька-базука. Шредер. Шредер ходит первым. Ладно, начнем тогда с этого удара. С массового. Никто не упал. Ну тогда до свидания. Всего хорошего. Все, подбили. Ну-ка посмотрим, куда мы сейчас... У нас было какое там? 98 место становится... Полтинник дадут? 53-е. Угу. Все равно 15-20. Вот. Вот, ребят, 16-21. И возьмем... Давай, наверное, Леонардо. Возьмем Лео с его вертушкой. Ну, чтобы все здесь быстренько пройти. Окей. Поехали. Все, одной вертушки было за глаза, ребята, чтобы они все упали. Так, смотрим дальше, куда мы перемещаемся, на какую позицию. С 53 на 7. Окей. Так, мне нужно 16-21. Есть такое дело.
Раз, два, три, четыре. У нас, кстати, ух, как у нас мало бойцов. То есть остается пару поединков, да? Не получится, наверное, нам сегодня забежать в Лигу Мастеров 3 звезды, судя по всему. Ой, в Лигу Мастеров. Вообще в Лигу Мастеров одна звезда хотя бы перейти. Не получится, ребят. Не укладываемся мы в эти рамки, я смотрю. Ну, что ж поделаешь. Хотя, подожди, 65-я позиция. У нас еще где-то там на 2 поединка, да, наберется. Слушай, нет, все нормально будет. Это ложная была тревога. Единственное, что да, придется двух персонажей, трех персонажей еще откатить. И тогда мы попадаем в Лигу Мастеров. 3 звездочки. Да что у меня, в голове? Лига Мастеров 3 звездочки сидит. Конечно же, ребят, в Лигу Мастеров 1 звезда. Конечно, что-то я уже заговариваться стал. Не проснулся еще, видимо. Ну, давай вот так вот. Хлоп, отлично. Все. Здесь очередная победа наша. И смотрим, какую позицию мы займем сейчас. 25-я. Ну и последний, заключительный поединок у нас. 16-22. Армагон, Шреддер, Джастин, Зек, Железноголовый. Точно все отыграны? Все. Вот это последний, ребят, поединок. Это у нас последний поединок. И поехали. Начинает Зек. Дальше шипы. Все. Бомбочка и шипы. И этого было достаточно, чтобы разобраться здесь с нашим противником. И... да, ребята. У нас получилось. Лига Мастеров, 1 звезда, 84-я позиция. Ну что, теперь надо ежедневки проходить. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Первый поединок нового, как говорится, сезона. Две волны. Консервные банки плюс ланфутовец. Выпендривается еще. У него что, автоматически месть вешается, я смотрю, да? Ну-ка, давай попробуем так сделать. Ага, упал. Консервная банка не жилец. Я думал, подождем постепенного урона, ну ладно. Так, здесь у нас вот такая вот бригадушка. Давай-ка из базуки. Один только Рокстеди успел выжить. Но это ненадолго. Вот, здесь мы прошли. Что нам теперь? Теперь нам нужно искать элементы. Искать элементы на крысиного короля. Так, сейчас мы здесь заберем награду. Так, сразиться. Подожди-ка, а прежде чем сражаться, нам нужны телепорты. Ёк-макарёк, друзья мои, не хватает нам. А 17 телепортов, это, ну, сам понимаешь, что очень мало. Что будем делать? Как нам быть, а? Как нам быть? Так, крысиный король, да? Навыки. Поехали. Попробуем. Так, один. Второй номер. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Ну, ё-моё, ну. Десятый и последний. Одиннадцатый. Так, одиннадцать. Блин, а нам нужно 12. Вот, 12 номеров, друзья мои. До 5-й ступени превосходящий разум. Прокачали.
Замечательно. Так, теперь Макман. Поднимаем ему уровень. И у него 95-й. И забираем все наши награды. Вот так. Что у нас там по предметам? Так, 455, да? Нам нужно 530. Испытания, ребят, я, наверное, думаю, что мы, наверное, уже в следующей серии начнем проходить. Опять же, проходить только лишь ради жетонов. Потому что все это у нас здесь... А, нет, ребята, вот это-то. Вот это-то событие как раз нам и нужно. Живи долго играючи здесь, потому что кожеголовый. А он у нас не прокачанный, поэтому будем фармить с вами этот уровень. Ну а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!